В Министерстве здравоохранения предлагают принять национальную программу развития медицины. Об этом на расширенной коллегии сообщил министр профильного ведомства Ельжан Біртанов. Он также отметил, что этот пункт входит в 5 ключевых инициатив по модернизации отрасли. Речь идет об информатизации сферы, упрощении правил прикрепления к поликлиникам, регулировании цен на лекарства и многом другом. По словам Ельжана Біртанова, для работников медицины даже введут систему KPI. Таким образом, можно будет добиться доступности и качества медицинских услуг, при этом рационально используя госресурсы. В этой сфере, безусловно, необходимо нам разработать единый национальный план развития инфраструктуры на основе горизонтальной и вертикальной интеграции. Мы должны создать условия для привлечения частного сектора. Такие возможности есть, и самое главное, есть интерес со стороны частного сектора, и мы должны облегчить приток частных, в том числе иностранных инвестиций в отрасли. При этом, безусловно, роль играет человеческий капитал. Мы должны существенно пересмотреть систему медицинского образования, в этом году провести оценку компетенций.